О, привет, доченька. А чё так рано? У меня сегодня практика начинается. Ты забыл? Точно. А у меня все дни перемешались в голове. Представляешь, оказывается, британские ученые выяснили, что никотин плохо влияет не только на сердце и легкие, но и на память. А британским ученым, я смотрю, не имется, да? Но мне-то без разницы. Я же бросил. Не забудь выпить таблетки. Две перед завтраком и две после. Ты зарядку сделал? Все в тебе, милочка, хорошо. Но я вот иногда думаю, может быть, все-таки лучше было бы, если б ты курила. А то ты все помнишь. И когда мне таблетки пить, и когда к врачу. 3 километра, пап, не меньше. Я вот иногда мечтаю, милочка, чтобы ты наконец-то нашла себе мужа и издевалась уже над ним. Не мечтай. На, держи. Две перед завтраком. Да, 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 да. Все, я побежала. Мила, сегодня день рождения. Ты поедешь со мной? Нет. Мила, это же мама. Заблудились, барышня? Я не барышня. Я практикантка. Ищу отдел кадров, у вас здесь как-то все непонятно. Как фамилия? Пятница. Ну, фамилия такая. Это я понял. Мила. Мила Львовна. Так точно. Вам про меня сказали? Знаете что, Мила Львовна? Пойдемте ко мне в кабинет. Прошу. Мила Пятница. Мила Львовна. Ну надо же. На мать похожа. Ты совсем меня не помнишь? Мы же с твоим отцом не разлей вода были. Гости вы к нам приезжали. На дачу. Я тебя на коленках держал, не помнишь? Вы в Москву давно вернулись? Алексей Егорович, с какого перепуга робот захапал себе дело антиквара? Хамовники – это мой район. Ишь ты, возмущается она. Алексей Егорович, у меня уже швец на место выехал. Роговцы ему работать не дадут, я их знаю. Ладно, ладно, остынь. А то на тебе чайник кипятить можно. Получишь ты своего антиквара. Спасибо. Анна Михайловна, практиканка тебе тут. Алексей Егорович, у меня серьезное дело. Мне когда детсадом заниматься? Меня вообще-то в архив направили. С архивом уладим. Все, выполняйте. Надеюсь, ты понимаешь, что мне не до тебя. Я и сама к вам не собиралась. Но приказы не обсуждают. Значит так. В дела отдела не лезть. Сидеть тихонько в уголочке и не отсвечивать, поняла? Это мой приказ, раз ты теперь у меня в подчинении. А сейчас в каком уголочке сидеть? Усачева 6. Максим Олегович Швец.
Найдешь его и сама объяснишь, с какого перепугу ты нам на голову свалилась. В общем, народ тусит, музон, все дела. А она как вцепилась меня глазами, так не отпускает. Я прям обалдел. Да ну? Да, такая красотка и запал на меня. Ну ты у нас парень-то видный. Ну, познакомились туда-сюда. И она мне сразу говорит, а поехали к тебе? Вот так сходу? Ну да. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Угу. Ну что ж, спасибо, что зашли нас навестить. Надеюсь, ненадолго. Но тут не до вас уж, простите. Рогов, да мы его простили, но вот Анна Михайловна, ты сам знаешь, что это дело она тебе не отдаст, зубами отгрызет. Ну это мы еще посмотрим. А будешь сопротивляться, вместе с пальцами отцапают. Угу. Ага. Ну что, кому докладывать, товарищи опера? Мне. Нам. Понял. Что мы имеем? Утром соседи заметили, что дверь в дом антиквара приоткрыта. Ну, сначала подумали, может быть, домработница торопилась, забыла закрыть. Потом все-таки решили заглянуть. И обнаружили тело хозяина дома. Власова И.В., а рядом с ним неизвестного мужчину. Личность неизвестного мужчины установили? Да погоди ты бежать вперед паровоза, капитан. Да человек договорит. При нем были документы. Смирнов Георгий Николаевич. Обнаружен без сознания, но жив. Пока. В отличие от Власова. Судя по колотой ране левого подреберья, он был убит ножом для резки бумаги. Нож лежал рядом с телом. А вот это? Думаю, этой статуэткой получил по голове Смирнов. Вещь достаточно тяжелая. Сотрясение мозга, отключение сознания. И более этого добра в квартире полно. Да уж, бери любую, лупи по башке. Что с отпечатками? Ну, ручка на ноже тканевая. С нее мы вряд ли что-то сможем получить. А вот на статуэтке пара нечетких отпечатков Власова есть. Ну да, да. Вещь-то резная. Много мелких деталей. О чем и речь? Из дома что-нибудь пропало? Домработницу-то просили. Когда? Мы сами только недавно приехали. Ну, по крайней мере, следов взлома нет. А, есть еще одна интересная деталь. Вот. Лежал под столом. Ну что, кто-то из жертв потерял? Ну, если только Смирнов. У него на шее крест есть. Гранат! Мария! Антуанетта! Нужно позвонить на станцию, чтобы машину поменяли. Гранат. Ага, точнее. Мария! Антуанетта! Девушка, что это вы тут делаете? А вдруг это имеет отношение к смерти антиквара? А откуда вам известно про антиквара? От Орловой. Она меня сюда послала. Вы швец? Хм, вот еще. Там он в доме. Мешает следствию. Пройдемте. Капитан швец, к вам тут девушка. Ко мне? Я практикантка из юракадемии. Майор Орлова сказала, что Максим Олегович ознакомит меня с делом. Ребенок, а ты ничего не перепутала? Я никогда ничего не путаю. Ну, раз майор Орлова так решила... Сергеич, приобщи к вещдокам. Практикантка нашла.
Походу, вам пора брать практиканку и ехать отсюда, ребятки. Купите лучше девочке мороженое. Дело антиквара наше. Я понял, товарищ полковник. Так точно. Уже нет. Собираемся. Посмотрим, как вы с антикваром без нас разберетесь. А вы на каком курсе? Заканчиваю. На пороге взрослой жизни. А вас как зовут, простите? Мила. Мила Львовна. Вы, Мила Львовна, будьте с ним осторожнее. Демин у нас главный Казанова. Каждую ночь новый роман заводит. Так спасибо, что зашли. Вы нам очень помогли. И вам не хворать. Иван, для тебя задание. Опроси соседей, поговори с домработницей, узнай, так сказать, окружение Власова. Так точно, товарищ капитан. Сейчас. А мы с Милой Львовной посмотрим, что у него внутри в теле. Со мной нужно без отчества, я не люблю этого официоза. Ну, я не привыкла так общаться со взрослыми людьми. Так можно тело забирать, товарищ капитан? Да, зови ребят, везите сразу к Жеке, я туда подъеду. Значит, Мила Львовна. Если хотите, можно просто. Мила. Простите, разве здесь можно курить? Швец, ты кого привел? Спокойно, девочки. Вообще-то, конечно, нельзя. Но если лучшему судмедэксперту управление хочется, немножко можно. Ну, ты не надейся, что я тебе тут сразу картину преступления выдам? Вы бы еще раньше своего жмурика прискакали. Мне же надо в глаза ему взглянуть, познакомиться. Че, поехали. А этот второй, типа шишкой на голове в больничку отправлен? Смирнов, да. Статуэткой по голове получил. Ну, это я поняла. Мужики повздорили. Один другого статуэткой шиндарахнул. А тот шиндарахнутый, теряя сознание, успел вколоть ножик в тело обидчика, так что ли? Не нравится мне этот тон. Чувствую, я тут подвох. Правильно чувствуешь. Положение тел сопротивляется твоей версии. Далековато их разбросало. Удар-то слабенький. Сделан без замаха, явно снизу. А этот, как его, Смирнов. Он высокий, судя по фото. Думаю, больше 180. Ну вот. Вряд ли он присел, чтобы нежненько так пырнуть антиквара. Да, Смирнов не мог замахнуться, так как ему в этот момент уже шиндарахнули, как вы говорите, по голове. Оседая, он же мог нанести смертельный удар Власову. Разве нет? Давай сначала дослушаем судмедэксперта, хорошо? Даже если учесть, что Смирнов ослабел и падал, рана была бы касательной и все равно сверху вниз. Судя по расположению тела на фото, Смирнов мог нанести удар, только сильно замахнувшись, а характер раны Власова говорит о том, что удар с очень близкого расстояния и снизу. Чуйка говорит мне, что пырнул твоего антиквара кто-то пониже и пожиже. Может, даже баба. Потому как все беды у мужиков из-за баб, сам знаешь. А у женщины из-за мужчин? А у женщин вообще от чего угодно. Особенно у тех, кто, ничего не понимая, лезет в отдел Орловой. Трудно вам, наверное, с таким подходом к жизни строить отношения с людьми.
трудно с любым подходом. Я потому вон с ними отношения и строю. Они не возражают и дурацких вопросов не задают. Да я же говорю, что вроде ничего не пропало. А что у него там в шкафах запрятано, я не знаю, я туда не лазила. Убиралась там, где дозволено. Тамара Ивановна, посмотрите внимательно. У Власова был такой крестик? Нет, не видела. У него здесь столько всякого барахла, я особо-то не приглядывалась. Может, женщина какая оставила? Была у Власова женщина? Да нет, не было у него никогда никакой женщины. Жил как сыч. Только особенных клиентов пускал. И то редко. А родственники у него есть? Ну, я только сына знаю, Кирилл. А Болтус и игрок. Ну, вот нигде не учится, не работает. Лишь бы у отца деньги тянуть. Он даже однажды у Игоря Вениаминовича кругленькую сумму стащил. Вот столько шума было. Игорь Вениаминович из-за этого его от дома отлучил. А, то есть Кирилл в последнее время здесь не появлялся? Нет, был пару дней назад. Со своей девушкой. Но они опять с отцом собачились. Я как раз тут прибиралась. Ну, в общем, ты понял. Денег не получишь. Ну и скотина же ты! Кира. Пойдем же, Жанусик, отсюда. Пойдем. Вот какого себе сынка нажил. И соседи утверждают, что видели сына Власова вчера вечером у дома антиквара. Так, сына срочно проверять. Идем дальше. Со слов домработницы, любовницы у Власова не было. Совершенно верно. А жена? Давно умерла. Какие соображения? Я считаю... Простите, Максим Олегович. Я бы сначала хотела послушать нашу практикантку. Я считаю, что главная улика – это крестик. Почему? Потому что он явно принесен кем-то со стороны. С чего вы так решили? На Власове крестик был. Судя по обстановке в доме Власова и по его внешнему виду, он не купил бы такой дешевый крестик ни себе, ни даже любовнице, если таковая и была. Крест мог принести Смирнов. Да. Но Смирнов без сознания, и мы не можем пока его спросить. Получается, мы в тупике. Главная улика – крестик, а спросить о нем некого. Анна Михайловна, разрешите? Максим Олегович, я не договорила. Так вот, получается, у нас два подозреваемых. Смирнов и сын Власова Кирилл. Раз со Смирновым мы поговорить не можем, поговорите с Кириллом. Вопросы есть? Ты что, я типа я тут рыдать должен? Отец на меня плевать хотел, ему как кость в горле все жил. Да и он для меня примерно так же. Значит, вы не отрицаете, что с отцом у вас были напряженные отношения? И что с того? Думаете, из-за этого замочил, что ли? А нафига, смысл-то какой? Наследство. Да не смешите меня. Он все свое бабло и побрякушки давно музей в Саратове отписал. Родился он там и вырос. Ой-ой-ой, как трогательно. Родному сыну фиг чего. Вы просто могли украсть у него деньги, как делали это неоднократно. Допустим, вы пришли, и отец отказал вам в помощи. Снова. Вы его и убили. А вот этого не надо. У меня алиби, я всю ночь играл. Так что до свидос. Я устал, спать хочу. А вот соседи утверждают обратное. Вас видели вечером у дома отца в день убийства. Сядьте. Да он меня даже на порог не пустил. Сразу выставил, и я поехал в клуб. Это мы обязательно проверим. А сейчас у нас есть все основания, чтобы вас задержать. Беспредел какой-то. Это что за дела? Кто такой Смирнов Георгий Николаевич? Его нашли в доме вашего отца. А я откуда знаю? Пишите фамилии и номера телефонов всех, кто был с вами в клубе. Всех, кого помните.
где наше новое приобретение, практикантка? Отпустил в архив диплом писать. Ты напомни, чтобы не забыла мне отчет сдать по вещам в доме Власова. Утром жду у себя на столе. Вот и на, работница нашлась. Метро уже скоро закроется. Давай, дуй домой, детка. Это мне, старушке уже, ничего не страшно. Хоть ночью ходи, хоть днем, все равно никому не нужна. А ты, молодая, красивая, как поедешь? Мальчик есть у тебя? Встретит? А что, если мальчика нет, то все? Домой не доберешься? Я, может, на машине. Нет у тебя машины. Врешь ты все. Я вон видела, как ты на часы посмотрела. Я 20 лет в управлении работаю. Могу сама Шерлоком Холмсом быть. Все, сидишь? О, еще один полуношник. Здравствуй, Марья Петровна. Привет, привет. Отчет не забудь Орлову сдать. Точно. Так, завтра? Завтра все отчеты, ночь на дворе. А ты, Максим, мог бы девочку домой довезти. Как вот она одна по ночи пойдет, а? Я не маленькая девочка, как вы тут все считаете. Я прекрасно доберусь сама. Вот как раз сейчас ведешь себя как ребенок. Во-первых, девушке ночью одной опасно. Это стереотипы. Нет, это правда жизни. А во-вторых, у тебя был сложный первый рабочий день. Глупо отказываться, когда коллега предлагает тебя подвезти. Согласись. Простите, я не заметила, как заснула. Провалилась. Крепкий сон, здоровые нервы. Уже что, 3 часа ночи? Мы что, так долго ехали? Не хотел тебя будить, сделал пару кругов по Садовому. Не надо было так делать. А во сне ты улыбаешься, и это тебе идет гораздо больше. Спасибо, что подвезли. Простите, что так вышло. Получается, все на месте. О. Ты уже вся в трудах? Не выспалась? Ну, а что так рано? Я еле встал, такая ночь была. То есть, пока мы тут с Милой Львовной работаем, ты, значит, всю ночь пускаешься во все тяжкие? Не только. Я, например, проверил алиби Кирилла. Там все чисто. Он реально был в клубе. А я проверила вещи в доме Власова по каталогу. Все на месте. Тогда варианта два. Либо мотив убийства был другой, либо это все-таки была кража, но неудачная. И кто вор? Смирнов? Все в сборе. Прекрасно.
Только, Анна Михайловна, мы с Милой Львовной должны ехать в больницу. Там звонок поступил, что Смирнов очнулся, нужно его срочно допросить. Пятница? Да. Вы списки по каталогу Власова проверили? Да. Вот они. Все на месте. Мила, пойдем. А у тебя какие новости? Подтвердилось алиби Кирилла Власова. Можно его отпускать. Отпишите здесь и здесь. Я могу идти? Еще один вопрос. Вы же не против помочь следствию? Что еще? Вашему отцу в последнее время никто не угрожал? Пару дней назад, когда я приходил к нему за баблом, у отца был один чувак. Они вроде ругались, я даже слышал, как кто сказал отцу, что он плохо кончит. Типа отец его обманывает. Как выглядел этот человек? Высокий такой, сухой, лет за 40. Он? Да, он. Спасибо, Вань. Я понял. Зачем вы приходили к Власову 21 числа и угрожали ему? Вас видел свидетель. Я ему... часы продал тетке моей старинной с цепочкой. А угрожали зачем? Я не угрожал, я просто сказал. Имейте в виду, часы прокляты. Они приносят беду тому, кто получил их нечестно. Нечестно? Да я за них заплатил. Но часы стоят гораздо больше. Кто вам это сказал? Не смешите меня. А всю эту билиберду о проклятиях мне каждый второй клиент рассказывает. Ольховский сказал 15 тысяч долларов, но не купил. А Власов дал только 5. Мне нужны были деньги. Никаких карманных часов ни в каталоге Власова, ни в списке вещей не было, это точно. Зачем вы приходили к антиквару в день убийства? Умрет. Умрет. Кто не заплатит цену, тот умрет. Георгий Николаевич, вы слышали мой вопрос? Гранат. Брегет. Мария Антуанетта. Зря мы его разволновали. Умрет. Я пойду за врачом. Умрет. Умрет. Вань, мне нужны данные на некоего Ольховского. Да кто же его знает? Известно только, что он антиквар. Ага, давай. Бригет, гранат. Бредятина какая-то. Нет, Смирнов то же самое бредил, когда его грузили в скорую. Ну, совсем головой поехал. Гранат, бригет, Мари Антуанет. Стих. Слушай, это же та самая королева, которая предлагала голодающему народу есть пирожное вместо хлеба. Готова гильотина и выпечен багет для бойкой королевы Мари Антуанет. Я смотрю, поэзия тебя не увлекает. Да нет, просто мне все это что-то напоминает, но я не могу вспомнить что. А ты никогда ничего не забываешь. Что вы на меня так смотрите? Нет, нет. Все в порядке. Гранат, Бригет, Мария Антуанетта. Сколько на самом деле стоят часы? Действительно 15 тысяч, как вы сказали Смирнову? Точную цену я вам не скажу. Но часы действительно дорогие, редкие. А почему вы их сами не купили, если они такие ценные? Ну, видите ли, мне за 70, и я хочу остаток своей жизни прожить спокойно. Это ведь не просто часы, это часы Марии Антуанетты.
За 10 лет Мария Антуанетта заказала у Бреги в общей сложности часов 30. И все они очень ценные. И вы их все так хорошо знаете? По крайней мере, эти я узнал сразу. Я видел их в 85-м году у Грубера, когда тот приезжал в Москву. Конечно. Дело гостиницы «Гранат». Так вот, о чем бредил Смирнов. Все-таки, почему вы не сказали Смирнову об истинной ценности часов? Я слишком долго живу на этом свете. И знаю, что случается с людьми, когда они узнают, какими сокровищами они обладают. Где? Помочь? Я сама. А, вот, нашла. Вот здесь должно быть дело, о котором говорил Ольховский. Вы чего так на меня смотрите? Смотрю, как ты меняешься, когда чем-то увлечена. Все меняются. Все-таки, Полина, вы опоздали на смену больше, чем на час. Ну, Виктор Алексеевич, не ругайтесь. Все равно сегодня заселения нет. Ну, куда прыгаешься ты? Часы! Часы! У меня украли мои часы! Тихо-тихо, успокойтесь, господин Грубер, у нас такого не бывает. Бывает. Возможно, вы просто положили где-то и забыли. Нет, я оставил свои вещи, их украли! Подождите, я еще раз повторяю, у нас такого не бывает. Это недоразумение, мы во всем разберемся. Предложи чаю, Полина. Нет, не надо никакого чаю. Умоляю, дайте мои часы. Поймите, они бесценные, это 18 век. Успокойтесь, я прошу, давайте пройдем и посмотрим вместе. Финбанк. Подождите, у нас такого не бывает. Предлагает. Не бывает. А что случилось? Часы пропали. Сейчас такой шухер поднимется. Мама, не горюй. Hören Sie mich. Это не просто часы. Это часы Марии Антуанетты. Она их получила от Реге по собственному заказу, когда находилась в консьержерии. Но заплатить за них не успела. Поймите, это последняя ценная вещь, которая осталась жена Людовика XVI перед гильотиной. Я понимаю, понимаю. Не понимаете. Эти часы, они приносят несчастье тому, кто за них не заплатил. Тот, кто их украл, он погибнет. Товарищ Грубер, вы часы когда видели последний раз? Утром. Утром здесь они были в моем номере. В сейфе. Нет, я не признаю сейфы. Они сразу же бросаются в глаза, их в первую очередь взламывают. Ваши сейфы. То есть персонал убирал этаж? Что? Кто из персонала убирал этаж? А, еще Стрелапины это. Они сейчас здесь? Что? Они здесь сейчас. Вероника уже ушла. А Екатерина здесь. Да. Пытаюсь дозвониться твоей сестре. Виктор Алексеевич, вас зовут. Милиция всю гостиницу обыскивать будет. Я попробую дозвониться сама.
Импортные шмотки. Так. Фарцой занимаемся. Это не мое. Я ничего не прятала. А в прачечной есть доступ у всех сотрудников. Тут и раздевалки рядом, и душевые. Ну чего там? Шкафчики горничных осмотрел, все пусто. Ну, с вещами мы разберемся позже. Скажите, а где ваша Вероника Лапина? Мы, к сожалению, пока до нее не можем дозвониться. Иван Андреевич, думаю, причина смерти – травма головы и шеи, которую она получила во время падения. Угу. Следов взлома входной двери нет. Так. Ну, а кто милицию вызывал, выяснили? Представился соседом, а кто именно, неизвестно. А это плохо. Тихо. Там Егор, в другой комнате Егор. Мальчик очень напуган. Ничего не говорит. Только па. Вы знаете, кто это мог быть? Кого он так называл? Коля. Бывший муж Вероники. Шум у них вечером вчера в квартире был. Я думала, Колька приперся. Угу. И часто он сюда наведывается. Да как выпьет, так и приходит скандалить. У Вероники недавно кавалер объявился. Вроде так ничего, мужичок хороший. А Колька ревнует, вот и таскается разбираться. Вот этот Николай, он вообще чем занимается, не знаете? Он вообще работает? Работает. Он подвязался грузчиком в магазине за углом. А в чем дело-то? Я вроде закон не нарушал. Убита ваша бывшая жена, Вероника Лапина. Боевая рана? Стекло в двери на кухне менял. Пьяный был, упал. Стекло в дребезги, рука еще не зажила. Вы как думаете? Кто мог убить Веронику? А я почем знаю? Это по твоей части, начальник. Так я вот и думаю. Может, приревновал к новому ухажеру, да и не сдержался. Ты что такое говоришь-то? Я любил ее. А вот хахаль ее новый, вот он мог. Я тебе точно говорю, мутный он. Значит, знаешь его? Конечно, справки-то навел. Краснов фамилия. Администратором в гостинице работает. Шарфики, одеколон. Вот. Вещи сестры забирала. Я ищу Краснова. А вы разве не знаете? Вчера ночью его сбила машина, он в больнице.
Может, домой пора? Уже начало четвертого. Нет, я хочу знать, что там дальше произошло с этими часами Грубера. А почему вы скрывали свои отношения с Вероникой? Ну, нельзя было говорить. Нас бы уволили из гостиницы, а это все-таки интурист. А где потом работать? В Клоповниках, на окраине? Вас сбила машина рядом с домом Вероники. Вы у нее были той ночью? А, да. Был в шоке. А часы-то вы зачем с собой прихватили, а, Краснов? Это... машинально. А потом подумал, верну их к Груберу. Ну, подброшу незаметно, чтобы не подумали, что Вероника воровка. Вот медсестры сказали, что не нашли часов среди ваших вещей. Когда вы поступили в отделение? Я не знаю. Я не знаю, где они, кто их взял. А что с Егором? Он жив? Жив. Он сейчас только немножко отошел. Смог рассказать про ту ночь. Что именно? Но я так поняла, что Егор проснулся от шума. Мама громко кричала. Мальчику стало страшно, он спрятался под одеяло. Потом в квартире наступила тишина. Егор начал звать маму, мама не откликалась. И тогда он пошел в комнату. А там лежала его мама. Да, кошмар, конечно. Бедный ребенок. Он сказал, что на полу валялся ножик. Он взял его и спрятался под кровать. Егор, с тобой пришел дядя поговорить. Слышишь? Не бойся. Егор, той ночью к твоей маме кто-нибудь приходил? Ты знаешь, кто это был? Па. Это был твой папа? Па. Не бойся. Ну, то есть, получается, это был отец Егора? Возможно, это кто-то на па, но вряд ли папа. Иначе бы он отреагировал на ваш вопрос. Павел. Пахом. Па. А почему вы думаете, что это обязательно мужчина? Итак, у нас два подозреваемых. Бывший муж Лапиной и нынешний любовник. У обоих нет алиби. Но и с уликами так себе. У мужа ножевой порез на руке. А мотив? Ну, тут все просто, ревность. Хотя, кроме пореза, против Николая улик нет. А по второму? Краснов. Ну, у того повреждений на теле хоть отбавляй. Но ни одного ножевого.
Ну, а мотив? Ну, если только часы. Ну, вы же сказали, что при нем часов не было найдено. Так в том-то и дело. Я не уверен, что Краснов их спрятал. Хотя он утверждает, что они валялись в прихожей, когда он пришел в квартиру Лапиной и обнаружил ее мертвой. Значит, Лапину убили не из-за часов. Иначе бы их забрали. Ну, если бы это не сделал сам Краснов. А про часы обманул. И все-таки успел их спрятать перед аварией. Да. Товарищ капитан. Экспертиза по крови на ноже в квартире Лапиной. Ну? На ноже обнаружены следы крови третьей группы. Резус положительный. Что интересно, у обоих подозреваемых вторая группа. У Лапиной первая. Ну, значит, кто-то третий. С третьей группой крови. И именем Напа. Вот. Решила кое-что разобрать, пока Егорка в больнице. Я не знаю. Может, лучше переехать, как ребенок теперь здесь жить будет? Ну, это вам решать. Сколько у вашей сестры хороших вещей? Все дорогие, похоже. Ну и у вас, я смотрю, тоже много хорошей импортной одежды. Да. Она любила хорошо одеться. Ну и меня не забывала. Я что? Мне дают, я беру. Скажите, вот в прачечной могли быть вещи Вероники? Она вообще занималась фартусой? Не знаю. Но даже если так, я ее не осуждаю. А что, она молодая, красивая, всю жизнь в обносках ходить? Вы думаете, мы в гостинице хорошо зарабатываем? А у нее ребенок. И она ему всегда то же самое лучшее покупала. От Кольки разве алиментов дождешься? Екатерина Юрьевна, ну, если бы ваша сестра действительно занималась фарцой, то с кем бы она работала в паре? Вы же знаете ее знакомых? Есть среди них, ну, допустим, Павел или Пахом? Да нет. Может, женщина на П? П. П. Полина, администратор из Граната. Но они не то чтобы с Никой дружили, так общались просто. О, опять вы. Опять. Ну что, как там дело продвигается? Удалось что-то выяснить? Ну, в процессе. Ага. Вы мне лучше вот что скажите. Кроме бывшего мужа и нового любовника, вы еще у Вероники видели мужчин? Да нет, только эти двое. Угу. Ну а подруг ее знаете? Пару дней назад приходила к ней одна шалава. Вся разодетая. Жвачку жует, чавкает. Фу. Я как раз в магазин шла, а она мне навстречу. И я еще спрашиваю, вы к кому? Так она даже не ответила. Угу. Откуда же вы узнали, что она к Веронике? Так я подождала. В пролет посмотрела, эта девица к Лапиным. Вероника ей сама открыла. И видно было, что недовольная, что эта девица приперлась. Угу. Это я по голосу определила. И больше вы эту девицу не видели? Как же? Видела, когда она обратно по двору шла. Со свертком с каким-то. Довольная. Сережками сверкает. А серьги... О! Со звездами. Ясно.
Привет. Как дела? Нормально. А Егорка как? Что надо? Не тяни, давай уже выкладывай. Да я посоветоваться с тобой хотела. Ко мне тут вещи попали кое-какие, импортные. Надо сбыть. Поможешь? А с чего ты взяла, что я могу тебе помочь? Ну, я тебе доверяю. А с таким ведь не пойдешь, кому попало. А я половину прибыли отдам. Ну, нет так нет. Я подумаю. Только ты думай быстрее. А то ведь я и сообщить могу, куда следует, про твои делишки грязные. Я видела, как ты в ту ночь шмотки в наволочку засовывала. Пришла. Не договаривались ведь? Дело срочное. Слушай, у меня рейс сегодня. В другой день нельзя было? Нельзя. Вот. Надо сбыть. Чем быстрее, тем лучше. Ты сдурела, что ли? Куда я сейчас все вот это вот дену? Я не планировал. А ты постарайся. Хамишь? Потерпишь. Фирму скинуть придется. Кое-кого в гостинице. Длинный язык и острый глаз. Тихо. Подожди. Тебя менты накрыли, что ли? Так какого хрена ты ко мне приперлась, дура? Меня тоже замазать хочешь? На, забирай свою шматьё и вали отсюда, чтобы я тебя не видел. И решай свои проблемы сама. Ты чё, соскочить решил? Не выйдет. Ты чё думаешь? Я не знаю, кто Нику убил. Ах ты, тварь! Бью, тварь! Скотина! Руки! Руки! Вы чё? Вы чё? Давай, води её. Есть. Ой, падла! Шмара! Получается, это Полина на меня навела? Да. Сначала я думал, что это она во всем виновата. Полина. Поехал в гостиницу, стал ее искать. Ну и нашел. А я к вам. Да, я приходила к Веронике пару дней назад. Я пугала ее, что расскажу в гостинице про их роман с Красновым. Ну, то есть шантажировали Лапина? Да, Лапина мне магнитофон дала, чтобы я молчала. Это с ним вас видела соседка Лапиных? Наверное. Угу. Угу. Но вот в ту ночь, когда убили Веронику, вы... Я в гостинице была, я никуда не отлучалась. Зато Катька отлучалась, я видела... Еще она в подсобке по телефону разговаривала с каким-то Павлом. Это я украла часы Грубера и подкинула их Нике. Я думала, что он обнаружит пропажу, поднимется шум, их найдут у Ники в сумке и уволят ее из граната. А Краснов узнает, что она воровка, и бросит ее. Какие теплые родственные отношения. За что вы так с ней? А она узнала, что я фарцую. Постоянно пилила меня этим. Житья не давала. А джинсы фирмовые, что я подарила, носила. Достойная месть. Из-за недовольства сестры вы были готовы упрятать ее за решетку? Я не знала, что они такие дорогие.
Только когда шумиха поднялась, я хотела подкинуть их обратно, но Вероника взяла и отпросилась. Вот часики уплыли. Ну, а Павел? Я позвонила. Я отменила передачу товара. Сегодня не приезжай. В гостинице менты. Ты что, сдурел, что ли? У меня рейс сегодня. Я уже обещал людям товар. Да заберешь ты часы. Нафига мне нужны твои часы? Они стоят больше, чем в вагон шмоток твоих. Слушай, чего ты... Вот врешь ведь все. А я тебе говорю. Часы старинные. Они сейчас у нас дома, у Ники в сумке. После того, как я позвонила Павлу, я побежала домой. Увидела на улице Краснова. Так, а дальше? Дальше его сбила машина. Все так быстро произошло, я даже не поняла ничего. Хорошо, ну а часы? Куда могли подеваться часы? Жив? Жив. Скорую вызывайте. Так что часы? Я не знаю. Я испугалась и убежала. Слушайте, скоро я сам начну верить в то, что эти часы приносят беду. Только тем, кому они достались нечестным путем. И я живу этому пример. Украла часы, подбросила их Веронике в сумку. Хотела разлучить их с Красновым. Вот. Разлучила. Ну какой ценой? Вероника мертва. Вам грозит тюрьма. Да и Краснов не отвернулся от вашей сестры, как вы мечтали. Он хотел вернуть часы Груберу, чтобы отвести подозрения от Вероники. Теперь я все понимаю. Но поздно. Ну, а вариантов у вас нет, товарищ Савичев. Так что пора во всем сознаваться. Ну и помните, что чистосердечное признание смягчит вашу вину. А доказательства какие? Ну, доказательств у нас хоть отбавляй. Ну, вот тут вам результаты экспертизы по крови, следы которой обнаружены на ноже. Кстати, кровь совпадает с вашей. Отпечатки пальцев на сумочке Вероники Лапиной. Ну и показания ее сестры. А если не будет чистосердечного? Ну, тогда пойдете по 102-й. Предумышленное с отягчающими. И это я вам обещаю. Ну да, да, я. Я убил. Ну, нечаянно получилось. Не хотел я. Кати нет, она на работе. А у меня вот Егорка заболел. Ну ты подожди ее, если хочешь. Слушай, ну не могу я ждать, у меня рейс сегодня. Давай мне часы, я пойду. Какие часы? Которые у тебя в сумке, часы. Так, нет у меня никаких часов, сказала же. Катись отсюда. Ты давай не выделывайся, часы гони. Ты чё? Пошел вон. Ты чё, озверел, что ли? Пошел вон отсюда, я сказала. А то я сейчас милицию вызову. Ах ты, сука! О, вот тварь! Ты чё? Thank you.
Вообще-то я тебя ждала. Мог бы хоть телефон взять. Извини, я был занят. Не зря мы с вами всю ночь просидели. Вы поняли, что Егор... Здравствуйте. Доброе утро, пятница. Надеюсь, вы действительно с пользой провели ночь для нашего общего дела. К вечеру жду отчет. Давай чашку. Чего замерла? Так что там, Егор? Егор? Это наш с вами шиндарахнутый Смирнов. Георгий Николаевич. Сын Вероники Лапиной и Николая Смирнова. Вот. Копия его свидетельства о рождении. Так, получается, что Екатерина приныкала такие часы и передала их по наследству своему племяннику. Смотри-ка, и не побоялась проклятия. Вся эта мистика, проклятие, все какая-то ерунда. Я в это не верю. Просто вокруг дорогих вещей всегда много криминала. Вот люди и придумывают всякие легенды, заговоры, печать смерти, а на деле это простая жадность. Я, например, верю в мистику в этом деле. Власов обманул с ценой Смирнова, умер. Павел, судя по документам, повесился еще до суда. Екатерина вышла из тюрьмы, прожила недолго. А Вероника? Она же никого с часами не обманывала, а пострадала. Какое-то непоследовательное проклятие получается. Где логика? Слишком логично для своего возраста. Будем считать это комплиментом. А у нас что, рабочий день на час раньше перенесли? Почему все здесь? И Орлова на меня в коридоре набросилась за опоздание, а я же не опаздывал, вроде. Вот, порадовать вас хотел. Ну, хорошо. Предположим, что часы существуют, но их нет ни в каталоге Власова, ни в его доме. Может, Власов их уже продал к тому моменту, когда Смирнов снова к нему пришел? Зачем тогда возвращался Смирнов? Я кое-что вспомнила. Вот. То, что я искала. Выставка антикварных часов. Куратор выставки Аркадий Семенович Бессонов. Он-то нам и нужен. Конечно, я их знаю. Известные часы, легендарные. Аркадий Семенович, а скажите, в последнее время никто не интересовался у вас историей этих часов? Да, приходил один на днях, расспрашивал. Случайно не вот этот? Похож. Да, он. Этот человек не спрашивал у вас, сколько они могли бы стоить сегодня? Да я сам ему сказал. Если бы сейчас эти часы обнаружились, их цена не меньше сотни тысяч долларов. Когда, вы говорите, он к вам приходил, если точно? Ну, если точно, дня два назад. Точнее не бывает. Значит, получается такая картина. Смирнов узнал настоящую стоимость часов и пришел к Власову для того, чтобы требовать вернуть либо деньги, либо часы. Завязалась драка. Власов, защищаясь от Смирнова, ударил его статуэткой, а Смирнов, в свою очередь, пырнул Власова ножом. Все правильно? Исходя из того, что мы имеем, складывается именно так. Из дома Власова ничего не пропало, кроме часов, значит, Смирнов приходил именно за ними. На статуэтке только отпечатки Власова. И потом следов взлома на двери нет, а значит, антиквар знал того, кого впустил. Со Смирновым они как раз были знакомы. Подождите! Подождите, но если Власов понимал, что он обманул с ценой Смирнова, почему он его не опасался? Почему он его впустил в дом? Я не спорю, что Власов знал того, кому он открыл дверь. Как Вероника открыла дверь Павлу. Павел, Вероника,
Кто все эти люди? Мила потом тебя просветит. Да, Власов знал того, кому он открыл дверь. Но это был кто-то другой. Не Смирнов. Меня не покидает чувство, что мы что-то упускаем. Когда вы наберетесь опыта, пятница, вас перестанут мучить чувства. Вы начнете мыслить исключительно фактами. Крестик! Крестик, это же факт! В расследовании важны мотив, возможности, орудие убийства. Это все. А у нас... Извините. Слушай. Понял. Смирнова выписали из больницы. Вы дотащите его сюда. Да, я действительно заходил к Власову. После того, как узнал от Бессонова, сколько на самом деле стоят часы. Но я не убивал Игоря Вениаминовича. Игорь Вениаминович, вы дома? Игорь Веня... Игорь Вениаминович. Бам, дикая боль. В глазах темно, больше ничего не помню. Открываю глаза, уже в больнице. Получается, что когда вы попали в дом, там уже был кто-то третий. Ну, я и говорю, это был преступник. Он стоял за дверью. Или где-нибудь еще прятался, я уж не знаю. Георгий Николаевич, а вот этот крестик ваш? Пятница. Надо выяснить. У Власова крестик был, а это тогда чей? Нет, это не мой. Значит, в доме действительно был кто-то третий. Ну, так я же и говорю. Я отказываюсь так работать. Мы здесь в игрушки играем или серьезными вещами занимаемся? Тихо, тихо, не кипи. Товарищ полковник, может, вы сами объясните пятнице, как нужно вести себя со старшими по званию? Что это такое? Идет допрос, она влезает, она еще и настаивает на своем. Но я же не просто так, я же по делу. А это мне решать, по делу или нет? Ну-ка, отставить. Так, давайте разбираться. Мила, в чем дело? Дело в том, что Смирнова задержали ошибочно. На это указывают улики, крестик и заключение судмедэксперта. Сделаем так. Мила, если ты найдешь еще одно доказательство невиновности Смирнова, тогда поговорим. А пока идите обе. Доброе утро, Нилочка. Угу. А ты, как я понимаю, не ложилась? Нет. Работа важнее всего. Сейчас мне тут немножко осталось. Важнее всего здоровье, доченька. Да. Поэтому не забудь выпить таблетки. Так. Яичницу? Угу. Слушай, а кто у вас там начальник? Да? В наше время такого не было. Руководство заботилось о своих подчиненных и вот так вот их не загоняло. Кстати, о руководстве. Все время забываю тебе сказать. Знаешь, кто у меня начальник? Кто? Самойлов. Алексей Егорович. Помнишь такого? А ты не боишься, что я его на материалы дела разолью? Я проконтролирую. И все-таки я была права. Выкладывай. Посмотрите на жилетку. Видите, петля разорвана. Ну и дырка на носке бывает. Все мы люди. Такой человек, как Власов, не надел бы жилетку с разорванной петлей. Скорее всего,
Ее разорвали в тот день, когда Власова убили. А точнее, ее разорвал тот, кто срывал с него часы. Думаешь, вот этот третий знал о стоимости часов и пришел именно за ними? Конечно. Потому что больше из дома ничего не пропало. Мне нужно поговорить со Смирновым. Вы можете мне помочь? Ух, не понравится это Анне Михайловне. Ну, мы же ради дела. Кто еще знал про часы? Кому вы про них говорили? Нет, никому я не рассказывал. А вы же узнали о стоимости часов у Бессонова, куратора выставки, так? Да. А он мог, исходя из ваших вопросов, узнать, где сейчас находятся часы? А. Вы Бессонова подозреваете? Нет, это вряд ли. Да и ничего такого конкретного я им не говорил. Хотя, подождите. Он мне сказал, что часами еще кто-то интересовался. Так, в разговоре промелькнуло. Да, приходил еще один парень. Тоже интересовался часами. Я еще удивился, с чего такой интерес вдруг. А что вы нам сразу-то не сказали? Ну так вы не спрашивали. Как выглядел этот человек? Молодой, среднего роста, ничего примечательного. Ну вы хоть немножечко можете его описать? О, татуировка. Вы знаете, я никак не могу привыкнуть к этой новой моде украшать свое тело. Где была татуировка, можете показать? На шее, вот здесь. Кирилл? Похоже на то. О, здорово. Здравствуйте. Уже слышали, какую кору ваша звезда в соцсетях отмочила, а? Что за звезда? Демин, конечно. Кто же еще? Валь в своем репертуаре. Надо же, уже больше сотни комментариев. И почти все от друзей этой девушки. Он ее тегнул. А вот это зря. А что за злобный комментарий? Урою козлину? Ой. Это, видимо, от ее парня. В принципе, логично. Хотя сленг. Привет. Привет. Звезда соцсетей. Чего? Чего? Ты бы лучше удалил эту фотку с той дамой. Там ее парень очень сильно волнуется. Не понимаю я этих молодежных фишек. Наверное, нам с Тарпуром уже не догнать. Мне нужен телефон Власова. О, надо же, батарейка еще жива. Хорошо. Запаролено. Ты еще и взломщица паролей? Многие люди ставят паролем на телефон дату своего рождения. Или номера машин. О. А Власов соцсетями пользовался. Вы знали о часах, которые ваш отец купил у Смирнова? Я не интересуюсь антикварными побрякушками. Ну, а вот куратор выставки Бессонов считает иначе. Ну что, будем и дальше в прятки играть? Ладно, короче, ну да, я знал о часах.
Послушал разговор отца с вашим Смирновым. Да я за них заплатил. Но часы стоят гораздо больше. Кто вам это сказал? Не смешите меня. А всю эту белиберду о проклятиях мне каждый второй клиент рассказывает. Что еще? Я рассказал, денег не дам. Вообще-то я пришел познакомить тебя со своей девушкой. Здравствуйте. Девушкой? Кто бы мог подумать, что такого охламона и может быть такая девушка. Ну, в общем, ты понял. Денег не дам. Ну и скотина же ты. И тогда вы решили украсть часы у отца. Или отправили к отцу сообщника за часами. Да что за бред? Какого сообщника? Ну, сами подумайте, если бы у меня сейчас были часы, сидел бы я сейчас здесь, что ли? Наверняка куда-нибудь уже давно свалил. И вообще, почему вы считаете, что это не Смирнов отца прикончил? А в квартире был третий, это уже практически доказано. И именно он ударил по голове Смирнова, пырнул ножом вашего отца, а потом забрал часы. Нет, я не знаю, кто бы это мог сделать. Я могу идти? Идите. Куда? К маме. Лечу. Она попросила. А-а. Поехали, я отвезу. Хочешь, чтобы я тебя сдал? Гони часы. Руки убери. Часы гони. Ты чё? Ты чё? Стой! Свалить решила? Не выйдет. Ну мы что, я не знаю, кто папашу прикончил, а? Значит, он нашел вас в соцсети и написал. Да. Пригласил к себе домой. Я вообще-то думала, что он ухаживать красиво будет. И все такое. А он? Дедуль, ты че? Ты че, ку-ку? Молчу, дрянь! Ты че? Я свое дело получше этого молокососа знаю! Ты спятил, что ли? Ну, а! Ты думаешь, дедуля старый, да? Да. Деньжат захотела, деньжат! Отвали от будут меня! Тебе денежки, будут! Только не просто так! Да ты красивая же какая! Ты посмотри, какая ты рыба! Какая жги у тебя волосы! Ну. Ах, ты ж тварь! Игорь Вениаминович, вы дома? Игорь Вениаминович...
Я не хотела его убивать. Это случайно вышло. А часы тоже случайно прихватили? Нет. Я не знала, что они такие дорогие. Взяла их в качестве компенсации за моральный ущерб. Не слабая такая компенсация. Хоть слабое проклятие у часов. Убило только Власова. Выдохлась, наверное. Ну и хорошо, что только его. Так, коллеги, я помчался. Хорошего вечера. До свидания. Может, сходим куда-нибудь? Нет, спасибо, мне еще в архив надо. Понял, ладно, тогда, может, в другой раз, да? Пока.